Хорошо, мы приветствуем Наталью и интересуемся, готовили ли Наталья к диагностике, доверит ли она нам свои биополи на период сеанса. Кивает она. Кивает, хорошо. И, и на три сканер начинает сканировать Наталью на всех семи тонких телах, пространство над головой, под ногой, в клетку тюрьму и становится ее заложником. Один, два, три. Два канала. Снимается все маски и голограммы. Все находящиеся в клетке представят согласно своему эфирному Коду ДНК. Кто у нас там? Рахноет на голове у нее. Угу. И бес. О. -о, -о, -о. Читай цифру над головой беса. Один, два, три. Восемь. Так, восьмигерцовый бес. Что ты делаешь в этом биополе? кто тебя сюда звал? Кто тебе рад, скажи мне? Мысли у нее. Какие мысли? Без, я тебе сразу скажу. Если ты меня надумаешь обманывать или говорить мне неправду, домыслы, то подумай три раза перед тем, как ты отвечаешь. Если я почувствую какую-то... Мысли у нее меркантильные. Какие меркантильные? Давай я перечисляю, давай. На какие энергии ты зашел? Я хочу понять ситуацию. Если ты мне объяснишь правдиво, чтобы я ее понял, я знаю, у тебя есть своя частота, ты заходишь на определенную частоту. Но иногда ты заходишь на другую частоту, которая тебе просто приятна, или хочется ее получить, хоть она и высокая, но ты ее понижаешь. Поэтому я хочу понять, в чем проблема сейчас с Натальей, что ты пришел. Она обманывает человека. Ты на ложь пришел? Да. Хорошо. Думает о другом. Говорит одно, а делает другое. Правильно я понимаю? Да. Хорошо. Это является для тебя поводом и войти в человека. То есть это та энергия, которая понижает вибрации. Правильно? Ложь. Ложь. Это грязь. А я люблю грязь. В этом я с тобой абсолютно согласен. Поэтому вы имеете право быть. Хорошо. Так, без. Как долго ты сидел в ее биополе? Да, я и не сидел почти. Ты через квартиру зашел? Там портал? Да. Хорошо, мы просто сейчас Три будем дня, там... Три если... дня. Три дня. Хорошо, я просто там все буду чистить. И поэтому я тебе сейчас говорю, что я могу тебя вытащить оттуда опять по-новому. У тебя что-то осталось в той квартире? Я буду закрывать просто все порталы сейчас. Поэтому, если ты мне скажешь, что я там что-то осталось, я это притяну сейчас сюда. Если нет, я тебя притяну второй раз, тогда у нас будет более серьезный разговор. Не осталось. Хорошо. Лярвы есть на теле Наталья? Нет. Хорошо. Но ты она что себе их сделает. Ты уверен? Со временем. Ты увер... А почему ты так думаешь? Почему ты не, не допускаешь, что человек может изменить свое отношение? Или ты уже до такой степени уверен в ней? Ты же не так долго знаешь, всего три дня, как ты по твоим словам, или три недели, сколько ты там сидел. Страх у нее есть. А страх подгоняет. Вот так вот. Страх. Но страх есть у каждого человека. Страх просто, просто бывает разный. Страх иногда даже полезен. Но иногда. Для того, чтобы человек мог готов быть к любым ситуациям. Страх дает какой-то адреналин, но есть здоровый страх, но есть нездоровый страх. Я полагаю, ты сейчас говоришь о страхе перед всем, правильно? это ее часики, а счастья нет. А в чем причина, на твой взгляд? Занимается нелюбимым делом, живет с нелюбимым человеком. И ты это можешь чувствовать? А изменить ничего не хочет. Я тебя сейчас прошу, просто э, еще раз спрашиваю. Ничего ты не оставил на своей чистоте в ее биополе, чтобы Но я тебя не оставил. Давай, выйди. В... Выйди сейчас, выйди сейчас, пожалуйста, и сними все, что ты оставил. Готов. И я даю команду значит три. Весь негатив, все патогенные энергии, страха, ненависть, и злость. Все низкое вибрационное сейчас начинает выходить из биополя. Наталья, один, два, три. Наталья включает белый свет изнутри. Вы наматываете синий нити негатива. До 100% выходит весь негатив, созданный ей самой. И любыми интерферентами. Готово. Большой шар? Серый, небольшой. Без хочешь забрать? Заберу. Отправляю бесу в клетку. Один, два, три. А ты говорил не хочу. Хорошо, все. Так, с тобой мы закончили. Ты все забрал. Э, я у тебя еще не спросил, как долго ты сидел в этом теле? Я же сказал, три дня. Но я могу три раза спрашивать для того, чтобы проверять тебя. Поэтому не обижайся. Хорошо, все, бес. Открывается внизу портал против часовой стрелки. Ты больше в это тело не заходишь. Квартиру мы будем там все опечатывать. Ты понял, да? Второй раз наша встреча не закончится так дружелюбно, поэтому не шути. Найди себе новое место обитания. Квартиру запрещен вход всем. Все понятно? Да. Открывается внизу портал на чистоте демон, э беса 1, 2, 3. И бес уходит на свою чистоту. Забирает все, что с собой принес. Закрывая печаты, растворяем. Хорошо, подходим к арахнуиду. Арахнуид. Ну а ты чего здесь сюда зашел? Ну кто тебя здесь ждал? Кто тебе здесь рад? Вот скажи мне. Ты видел этот манифест, который там висит? Ты видишь, что там стояло? Все, кто войдет в мое биополе, уйдут в галактическое ядро. Ты хочешь действительно уйти в галактическое ядро? Скажи мне. Нет, он не хочет. Ну а почему ты зашел в это биополе? Почему? Почему ты игнорируешь законы мироздания? Они же не только для людей написаны, они написаны для всех. И тебе там стоит написано большими буквами что если человек объявил о своих правах, о свободах, на свою энергию, и не желает в себе терпеть интерферентов, то какое основание ты имеешь приходить в это тело? Ты что, выше абсолюта? Он показывает какую-то ситуацию, он висел на паутине, она его не снесла просто. В плане не снесла? Она его снесла вот своим биополем. Ну а как он опять попал в это биополе? Что значит снесла? Я вот это тоже не понимаю. Ну вот он висит на паутине. Да. И идет она, и он входит в ее биополе. Хорошо. Почему ты вошел в ее биополе? Почему ты игнорировал ее свободы и ее заявленные права? Арахнует. Какая у тебя есть уважительная... Он, он говорит, что он даже не понял, в какую-то теплую среду попал. Но ты потом он когда... только подцепился, получается. Сколько ты находишься в ее биополе? Десять часов. Десять часов, хорошо. Я тебе верю на слово. Скажи мне теперь следующее. Где ты подцепился в квартире? Или в офисе, или где-то в другом месте. Там, где она живет. Там месте. Нет, не, не. не там, где она живет. У тебя что-то осталось в квартире из того, что ты на твоей чистоте? Нет. Хорошо, Арахнуит. Я тебя прошу сейчас. Первый раз я тебя прощаю. Я тебя прошу больше не приходить в это биополе, иначе ты можешь встретиться опять с нами. И вторая встреча уже будет нам более неприятной для тебя. Поэтому прислушайся к этому совету и найди себе новое место обитания. Если ты увидишь Наталью, беги от нее, хорошо? Ты это понял? Да, кивает. Хорошо. Хорошо. Открывается портал на чистоте арахноида наверху. Один, два, три против часовой стрелки. И арахноид уходит на свою чистоту и забывает дорогу назад. Готов. Хорошо. Давай посмотрим, сколько дать. Я подхожу к Наталье, кладу руки на плечи и сжигаю все каналы ударом. Один, два, три, удар. Готов. Открывается портал в галактическое ядро, и все эти остатки улетают в галактическое ядро. Закрывая, печатая, растворяя, включаем фиолетовые лучи и вытесняем всю чужеродную энергию. Один, два, три. Давай проверим еще. Давай. И я даю команду, значит, три. Сканер начинает сканировать все семь тонких тел Натали. Находит все. Выстраивает каналы в клетку и притягивает ответственных. Один, два, три. Малейшие наночастицы чужеродной энергии сжигаются прямо на месте скэнером. Зеленый. Хорошо, значит, все нормально. Так, давай заправим ее энергиями. Сколько энергии нужно на и какая частота? 326. И насчет счет 3. В макушку головы Наталья начинает входить 7. Уполняет, усиливает. Все необходимые цвета начинают поступать. Усиливаем мощность потока. Поднимаем частоту вибрации талии до числового значения 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Все, мы закончили и возвращаем сейчас тонкую копию Натали в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждой клеточке, каждой каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаясь от объекта, перемещаясь в комнату диагностики 1, 2, 3. Переходим к квартире и я прошу тебя найти в энергоинформационном поле квартиру Натали. Фотографию ты видела, видео видела. Один, два, три. Ты стоишь перед входной дверью. Здесь. Хорошо. И насчет три. По всему, по всему периметру квартиры устанавливается, притягивая в себя всех интерферентов, находящихся в этой квартире, все воронки, все негативные энергии, все притягивается. Клетка устанавливается в зале, в большой комнате. Один, два, три. Ну, у нас здесь черт угу. Инсектоид. Черт, инзиктоит. Две воронки. Хорошо. Под ними сразу открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три воронки улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатай, растворяй. Неупокойная душа. О, неупокойная душа. Хорошо. Кто-то еще? Все. Хорошо. Давай начнем тогда с неупокойной души. Кто ты, представься. Откуда ты? Как к тебе обращаться? Лена. Лена, скажи, как долго ты уже не живешь на Земле? Или Элен, или э Лена? Элен? С какой страны, Элен? Где ты жила на Земле? В каком государстве? Ну, она как на корточках сидит, коленки поджала. Снимаются все маски и голограммы. Фантом пристыдет в первозданном виде, согласно своему эфирному коду. Один, два, три. Изменилось? Нет, она картинку показывает. Какую, Эллен? Расскажи мне, что за картинку? Самолет разбился. Когда это было? Сколько лет назад? 54 год 1900. А в какой стране, где это было? Италия. Эллен, почему ты не ушла в свет? Искала кого-то она. А как Мама ты узнал? Маму искала. Мама твоя наверняка уже находится в светлых мирах. Ты знаешь, сколько Теперь лет? Теперь я это знаю. Выход не могла найти. Ты больше 60 лет уже находишься на Земле. А как ты узнала, что мы отправляем души в светлые мира? Откуда эту информацию ты получила? В портале сказали. А когда это было еще, можно спросить? Это было сейчас. Сейчас. Хорошо, значит информацию ты получаешь в реальном Два времени. Дня. Два дня. Элен, я понимаю, у тебя единственное желание это уйти в свет, правильно? Ты хочешь встретиться да. со своими родными, со своими друзьями, со всеми тех, кто был тебе дорог, которые тебя так давно уже ждут и не могут найти. Да, я хочу. Хорошо. И насчет три открывается портал, светлый портал. В чистилище на чистоте Элен 3. Светлый портал открывается. Я встречаю души. И Элен уходит в светлый я портал. Я благодарю вас. Мы желаем ей всего наилучшего в новой жизни. И для этого здесь. Мы все ваши ожидания выполнили, Элен. Прощайте. Прощайте. Всего доброго вам. Закрывая печатаю расстреляем мешком в горле. Готова. А там есть, короче, Фу. шкаф в этом в коридоре. Да. Она оттуда пришла, там портал. Там портал, все понятно. Хорошо, будем закрывать. Так. Фу. Совсем меня выбило из кливера. Мы сейчас в квартире, да? У нас была Эллин, арахноид и. Подожди, нет. Что у нас в квартире вообще вытянулось? И без, да. Воронки убрали. Хорошо, арахнует? Он Я не тебе... арахнует, он инсектоит. Инзиктует. что у меня на... арахнует написано. Инсектоит. Хорошо, инзиктует. Я тебя сейчас прошу выйти из клетки, вытащить все, что ты оставил в этой квартире, всю паутину или все, что у тебя там есть, инкубатор и так далее. Мы это все будем сейчас проверять, поэтому что мы тебя второй раз не притянули. В зале у него все. У нас там индиктоид был, и черт, ты сказала, да? Черт или без. Считай цифры над без... головой. Один, два, три. Считай цифру над головой. Шесть. Шесть это черт. Черт. Хорошо. Хорошо, черт. Индиктоиды, сейчас все заберут. Я с тобой пообщаюсь. Индиктоид закончил. Хорошо. Индиктоиды. Вы. Поняли. Вам надо найти сейчас новое место обитания. Вы, вы в эту квартиру больше зайти не сможете. Мы все будем здесь закрывать. Все понятно? Да. Хорошо. Открывается наверху портал на чистоте. Зиктоида против часовой стрелки. Один, два, три. И они уходят на свою чистоту. Готово. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо. У нас один черт остался. Черт, привет. Привет. Давно живешь здесь? Давненько. Я тебе предлагаю следующий вариант. Мы будем производить сейчас чистку этой квартиры. Ты нам сейчас помогаешь. Найти все порталы, которые еще в, этом, в этой квартире есть, весь негатив, который только есть. За это тебе соберу весь негатив из этой квартиры, сделаю тебе огромный шар, и ты его сможешь с собой забрать перед тем, как уйдешь. Как тебя? Устраивает такой Погласен. вариант? Хорошо, давай сейчас, только не трогай Веру, чтобы не ударила. Выходи и показывай Вере, где находятся порталы в этой квартире. Одеяло у него есть здесь. Одеяло забирай сразу, конечно. И забирай все, что ты раскидал там, все свои шарики. Мы это все видим. Он ведет ванну. Идем в ванну. Правая стена, Правая стена. Хорошо. И по всему периметру правой стены открывается воронка против часовой стрелки в галактическое ядро. 1, 2, 3. И эта воронка засасывается, засасывает этот портал. Туда же уходит в эту воронку. И фантом. 1, 2, 3. До последнего микрона. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, пошли дальше. В, кух в кухне потолок. Хорошо, и под потолком открывается огромная воронка на, по всему диаметру. И, значит, три. Все чужеродные энергии, весь портал, все фантомы этого портала засасываются в, этот, в эту воронку, уходят вниз в галактическое ядро на переработку до последнего микрона, закрывая, печатая и растворяя. Готово. Пойдем дальше. Пошли дальше. Ну, вот этот шкаф он показывает. Хорошо. И по всему периметру шкафа, значит, три, открывается внизу портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И он засасывает эту воронку туда. Этот портал засасывается. Засасывается фантом этого портала. Все вниз на переработку до последнего микрона уходит. Закрывая, печатая, растворяя. Готово, он говорит, все, были воронки, еще вы их убрали. Хорошо, сейчас мы тебе все отдадим, то, что мы обещали. И иди в клетку, и насчет три, команду, из каждой комнаты, из каждого угла, с потолка, с окна, гнева, страха, ужаса, сердитости, досады, сопротивления, начинает закручиваться, притягивая к себе все нити этих энергий, до 100%. процентов шар начинает быстро крутиться и весь негатив в этой квартире начинает закручиваться в этом шаре 1 2 3 шар останавливается автоматически когда будет закончена полностью вся передача негативной энергии намотался готов большой шар такой средний хорошо отправляем эту черту в клетку 1 2 3 доволен да, он доволен. Хорошо, черт, я тебя сейчас буду отпускать. Я тебя прошу найти новое место обитания, потому что мы эту квартиру сейчас будем. Найду, найду, говорит. Ты понял уже, да. Хорошо, все. Давай, открывается внизу портал на чистоте, черта. Один, два, три. Против часовой стрелки. И черт забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Один, два, Запеч... три. закрывая, печатая, растворяю и ставь огненную пентаграмму. Готово. И я даю команду. На счет 3 Открывается портал по всему периметру. И в этот портал начинает входить Свет любви абсолюта. Один, два, три. Пошел свет. Сжигает все негативные энергии и вибрации. Полностью, полностью все. Любое малейшее негативные патогенные энергии сжигаются. Остается стерильная квартира. Клетка у нас. Еще. Открывается портал в галактический ядро под клеткой. И клетка улетает в галактическое ядро на переработку. Один, два, три. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Энергия абсолютно наполнила. Отлично, все, выключаем ее. и на все стены, на потолки, на входную дверь, на все окна, на балкон. Все, что в этой квартире находится, каждый миллиметр, в каждый угол наносится на эти же места, на двери входные, на окна, на потолок, на пол, на стены, в каждой комнате, в каждом угле каждый миллиметр покрыт. Готово. И по всей квартире на пол, на стены, на потолки устанавливается, полностью закрывает квартиру, делает ее герметичной, платы между собой свариваются, бесшовные становятся. Готово. И на счет три делаем их невидимыми. И на все стены, на потолки, на входную дверь, на все окна, на стены, на потолок устанавливается золотые печати царя Соломона. Один, два, три. Активируем эти печати. На входную дверь ставим. Есть. Отлично. И насчет три. перемещаясь к входной двери. Один, два, три. здесь. И поднимись, пожалуйста, над квартирой. Просканируй ее. Руч ручным сканером плеят на наличие остаточных энергий вибраций, если что-то осталось или нет. Хотя ничего не должно быть. Чисто. Отлично. И отключаемся от, от квартиры и на счет три перемещайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Я здесь.